В жилом комплексе «Жилино Парк» достроены последние 3 дома. Ключи от квартир получили 467 дольщиков. Этого события они ждали более 5 лет. Подробности у нашего корреспондента. Церемония вручения организована у одного из подъездов с данного дома. Вход украшен, играет музыка. На столе связки ключей, знаки отличия и благодарности строителям. Сложности были при реализации в том, что предыдущего застройщика, который обанкротился, выполнялся по старой нормативной базе. Приходилось на ходу корректировать проект, проводить обследование несущей конструкции и ограждающей конструкции. История, в которую попали дольщики, не нова. Застройщик планировал возведение 11 многоквартирных домов, но построил только половину. Средства были расхищены, возбуждено уголовное дело. Конечно, я не буду пересказывать всю историю. Мы все помним, начиналось все с застройки. Вот на этом месте здесь было поле. Никогда таких домов высотных не было. И, конечно же, вначале застройщик рассказал красиво. Люди доверили свои средства, и началась вот эта вся история. 6-летнее взаимодействие с прокуратурой, Следственным комитетом, администрацией округа. Ну что сказать, в течение 5-6 лет мы все дольщики в долгом ожидании. Уже как бы надежда пала. Но вот нашлось решение. С помощью администрации достроили наши дома. Положительные эмоции захлестывают. В этот момент. Владимир Волков поздравил жителей комплекса с наступающим Новым годом. Пожелал как можно быстрее приступить к ремонту квартир, чтобы новые дома стали родными. Елена Валерьевна, от души вручаю счастье, кусочек счастья, ключи от квартиры. Ключи от квартиры вручаются. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 12.